Рыбакит, папа рисует. Ребят, добрый день. Мы вместе с вами рисуем сегодня. И Зоей, конечно же, платье и принцессу. Рисуем? Зоя, говори привет. Малыши, карандаши, рисуем с нами. Карандаши. Карандаши. Рисуем Зою. Давайте принцессу Зою нарисуем. Красивую Зою с красивыми волосами. Давай. А, начинаем. Рисуем мы масляными мелками. Это достать. Это достать тебе нужно? А зачем тебе? Хорошо, хорошо. Рисуем. С чего начнем? Твой будет урок или мой урок будет? Мой. Твой. Тогда отлично. Я буду рад. Ты с чего начинаешь? Расскажи. Что ты рисуешь вначале? Это что такое? Ой, я повторяю, ты мне надо ребятам пояснять, что это такое. Ну, это верхняя часть. Это верхняя часть. Да, я буду повторять. Я просто очень плохо понимаю, что это за часть. Но, о, так это большое платье. Огромное платье рисует Зоя. Это ты сама такое придумала? Да. О, мне такое нравится. Это, наверное, бальное платье. Вот так. Сейчас. Я просто не успеваю. Ты так быстро рисуешь. Я прям раз. А это что? А это? Голова. Голова и шея. А, ну давай, давай да другим цветом, что ли. Ну давай я этим же цветом нарисую. Голова. Ну вот у меня будет такая голова. Пилилим и шея. Давай так. Ручки будем рисовать принцессе? Ручки. Ну, как получится, как получится. Как пойдет, ребята, так пойдет. Это ее крылья. То вообще, а у меня это лямочки, значит. Ручки теперь, вот так, ручки. А туфельки у нас не влезут, туфельки, слушай. Ну да. Немножко, ну такие маленькие туфельки все-таки влезут, что малюсенькие такие, знаешь. Малюсенькие такие. Ну такие вот, раз-два, такие. Нет, я умею вот такие. Сейчас нам покажут, как она убьет. Ничего. Давай мы достанем. Вот, он просто соскользнул. Так, какие же это туфельки? Да ё-моё! Так. Это... А, ты такие. Так я думаю, туфельки мы отдельно потом еще нарисуем. Еще одну принцессу с туфельками. А сейчас у нас задание раскрасить. Давай еще глаза нарисуем принцессе, чтобы они... Да я закрытые. Закрытые глаза. А у меня будут тоже закрытые, но такая она будет улыбаться. Хи-хи. Хи-хи. Она смеется над кем-то. Что? А, еще реснички. Спасибо, что подрисовываешь. Нужно еще волосы. Я хочу с волосами принцессу. Мне нравятся оранжевые волосы. Как тебе нравятся оранжевые волосы? У принцессы. Было бы неплохо оранжевые волосы, да? Да. Вот такие красивые оранжевые волосы. А я вот так делаю. Как? А это что такое? Волосы. Это волосы так? Ну ты их можешь закрасить оранжевым, например, они будут блестящие. А золотые будут. Я синий, я фиолетовый. А каким цветом платье будешь раскрашивать? Любым. Любым? А вот, я хочу, знаешь, смотри, что придумать? Смотри, какие у нее. О, красные волосы. Какая принцесса такая. Мне нравится сделать узоры на платье. Давай сделаем узоры на платье. Это будет прикольно. И будут разные цвета платья. А, к примеру, подождите. Чай. Подождем. Что такое? Ты куда идешь? Раскрой джинс Зои, она дизайн платья сделала сама. Очень у нее получилось красиво, и она тщательно раскрашивает всеми цветами радуги. Использует все цвета, кстати, что хорошо. Ну что, прощайте, пока-пока! Нет! Нет!